Сегодня у нас Деникс от мира. Деникс здорового человека. Деникс не со дна, а Деникс с небес. Великолепный Толедо. Написано Толедо Спейн. Вообще они довольно много делают макетного оружия. Вообще, ну, в смысле, испанцы. А Деникс же тоже испанцы. Ну, вот такие. Деникс это китайцы испанские, а эти это японцы. Испанские, то есть делают отлично, делают хорошо. Ладно, давайте, собственно, посмотрим, о чем я тут вам сейчас рассказываю. H270. Коробка вот такая, с ручкой. Кто-то уже порвал. Так, в коробке нету практически ничего. Хорошо все упаковано, но практически ничего нет. И мы с вами... И мы с вами видим великолепный полноразмерный бастард или полуторный меч. Напишите, правда это или нет, потому что я в этом ни разу ничего не понимаю. Сразу стоит отметить, материалы это все металлическое. Даже будет магнитить все. Вот. Рукоять уже, видимо, легкосплавная. И сразу вопрос. Можно ли это дело точить? Скорее всего, нет. Слишком мягко. Будет крошиться, пороть камни, заточку держать не будет. Возможно, даже просто рассыпется. То есть, это очень мягкая сталь. Я так понимаю, до 25 единиц по Роквеллу. Ну, по этой причине эту штуку можно продать вообще, по-моему, кому угодно. Также по заточке, ну, оригинальной. То есть, ее здесь просто нет. Она довольно плоская. По материалам, ну, поняли, сталь, легкосплав. Все украшено в каких-то орнаментах там традиционно, каких-то там, не знаю каких. Кто знает, пишите. На самом клинке имеется, я так понимаю, это они травлением сделали. И вот единственный косяк, вот они вот это вот травлением сделали свой бренд Толедо. Вопрос, зачем это было делать? Все, всю аутентику запороли. Это единственный косяк, потому что выглядит оно, правда, ну... С Деникса не сравнить вообще никак. Абсолютно другое качество. Но и другой ценник. Стоить этой штуки будут гораздо дороже. Для чего это? Думаю, сообразите сами. Косплейщики, ролеплейщики в качестве подарка, там, любителю оружия, там, сувенирка. Вот мое дело было вам просто показать, рассказать, пощупать. Не забывайте поддерживать нас на Ютубе, традиционно покупать майки там от Калашникова, пользоваться промокодом, активности в соцсетях. Там, кстати, доп. Контент, комментарии, все вот это вот ютубное. С вами был Стальной Клинок Толедо. Блин, вообще такая ручка должна у них быть или нет? Это так странно выглядит.